и вот нашей домой. Слушайте, 5 минут вы побрызгали, 5 минут полежала, поработала, берете тазичек с горячей водой, губочку и начинаете протирать. И вам становится непонятно, куда делась грязь и куда делся жир. И все делаете чистыми руками, у вас руки заживают. Поэтому вы влюбитесь, когда начнете этим пользоваться. Это чудеса, чудеса. В чате вы можете увидеть эксперименты, как люди очищают сковородки, чайники, все, что угодно. Здесь невозможно все рассказать, да, но я вас направляю. Смотрите, что у нас есть. Значит, я про это сказала. У нас есть средства. Значит, у нас есть еще и для ковров. Кто любит ковры? У кого еще сохранились? Вот. У меня Света Симакова, ей на свадьбу подарили ковер. И говорит, пришло время, когда муж не стал этот ковер, говорит, узнавать. А что, говорит, у нас такое лежит? Она говорит, я взяла и почистила. Ворс, а дочкам уже там по 30 с лишним лет. И ворс стал, ковер очистился. Говорит, Марина, это чудеса. Говорит, снова как новый ковер. Поэтому...